Здравствуйте! Сегодня у нас очередная ручка. Вдохновительницей для этого мастер-класса стала мастерица из Беларуси, из города Гродно, Людмила. Ник в стране мастеров – Луник. Засмотрелась я на ее ручку и захотелось попробовать самой. Ну и как всегда, пробовала. Сначала не очень удачная. Вот для тех, кто только начинает и с первого раза не получается, хочу вот это показать, крышечку. Ну, первый блин, как всегда, комом, поэтому советую не останавливаться, если вдруг с первого раза не получилось, а продолжать. И вот, как видите, следующие уже, вот в одном цвете, например, ручка смотрится так. Они уже более взрослые, более аккуратные. Опять же, варианты можем себе придумать потом. Это все одна и та же ручка в одноцветном варианте и в трехцветных вариантах, поскольку плетется тремя парами трубочек.